Познакомьтесь с Айрфаном Откинсом, предпринимателем, инвестором, стратегическим консультантом, цифровым маркетологом и блокчейн-энтузиастом. Айрфан работал в нескольких компаниях, прежде чем основал собственную. Его первый опыт работы был в компании Computer Center в качестве директора стратегического подразделения в 1998 году. Позже был председателем в Cambrian Training Ltd. Получив большой опыт, решил создать Коул, собственную компанию по видеорекламе, основанную в Бристоле, которая впоследствии открыла офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке. По мере того, как технология блокчейн стала популярной, он основал Dovu – систему мобильности с блокчейном, и в настоящее время управляет ей. Айрфан говорит о своем последнем проекте, что сектор мобильности снабжен данными, и освобождение данных было проблемой, которую они пытались решить. Поэтому проект по созданию транспортного сектора с блокчейном станет решением этой проблемы.